Еще раз всем добрый день, с вами я, Александр Демидович. Сегодня 20 апреля, я нахожусь, 18 года, я нахожусь на Котляревского, возле памятника Котляревского, и вот прямо рядом старинное здание Котляревского 20. И я вам сейчас покажу там, что происходит в подвале, то есть там воды просто немерено, скажем прямо. Месяца полтора тому назад я был в этом здании и слышал отчетливо запах канализации. Как мне сказали, в этом здании постоянно происходят какие-то проблемы. До конца ни работники водоканала, никто не может разобраться, что и почему, в чем причина. На сегодняшний момент эта вода, по-видимому, не канализационная, это быстрее всего грунтовые воды поднимаются. И из-за этого полный подвал воды. Что будет происходить со зданием, в котором в подвале столько воды, я не знаю. Но по моему мнению, я не специалист, по моему мнению, что-то, ну, определенные разрушения будут происходить со временем неизбежно. Ну, как всегда, нас спасают и выручают МЧСовцы. Была вызвана машина МЧС. Наши пожарные работают в данный момент. Откачивают воду. Но, к сожалению, вот сзади, видите, здание новое. Быстрее всего, что вследствие строительства таких зданий в центре города, в старых домах, в подвальных помещениях поднимаются воды. Ну, вот такой факт. Всем хорошего настроения. Вот это да. В подвале тут жесть. Ну, на откачку вызвали пожарную.